На финишной прямой подходит к концу капитальный ремонт инфекционной больницы. Сегодня мэр города Наиль Магдеев проинспектировал блок Д, где недавно завершились работы. Вместе с ним в медучреждении побывала и моя коллега Лилия Гатина. Сегодня больница соответствует самым высоким современным требованиям. Капремонт инфекционной больницы начался еще в 2018 году. Общая площадь медучреждений составляет около 35 тысяч квадратных метров. За 6 лет строители привели в порядок блоки В1, В2, Б, А и Г. По словам главного врача инфекционной больницы, теперь все 6 корпусов имеют максимальное оснащение. Работы завершены и в административном корпусе в блоке Д. Сейчас наши пациенты, которые находятся в стенах лечебного учреждения, получают максимально, что только возможно. Вот. И по комфорту, и в плане лечения, и в плане диагностики. С 2018 года на капремонт направили 2 миллиарда 900 миллионов рублей. В том числе более 800 миллионов на медицинское оборудование. Больница обслуживает 17 районов республики. Нам нужно будет еще отремонтировать санитарно-пропускник транспорта, потому что при особо опасных инфекциях, которые, возможно, поступят, но у нас проходит специальное учение под эгидой федеральных центров, они в обязательном порядке требуют от нас, чтобы такой блок санитарной обработки именно автомобилей, он был. В планах до конца этого года построить галерею, отремонтировать КПП и реконструировать гараж, сделав из него санитарный пропускник. У нас по проекту также сделать, как да, вот этот да, переход, да. С отоплением. С отоплением, с остеклением. С остеклением, сгладим вот эти вот подъемы. То есть это уже мы все предусмотрели, чтобы можно было спокойно... Для маломобильных групп и для каталог. И это вот как раз будет зона, где пациенты будут идти на госпитализацию по нозологиям. Все претензии сегодня о том, что палата грязна, стены осыпаются, холодно, они полностью сняты. Я как-то говорил, что наступит такое время, что мы эти вопросы решим. Они полностью решены. После завершения ремонтных работ планируется благоустроить и прилегающую территорию. Лилия Гатина, Тимур Сафронов. Новости Набережные Челны.